Новое утро Олимпийского парка. Время. Еще половины девятого, нет, уже народ подтягивается. Потому что сегодня состоится главная гонка. То, чего все так ждали очень долго. И вообще не верили, будет ли эта гонка со зрителями. А гонка со зрителями, гонка суперская, должна быть. По крайней мере, квалификация была четкая. Я буду стараться пройти одним из самых-самых первых. Уже вон играет музыка, волонтеры шастают в синих футболках. Обслуживающий персонал к половинке приходит, они уже заходят все на досмотр. Вот самого края они доходят, заходят на досмотр. Ну вот, а мы ждем. В 9 открывается вход и Олимпийский парк. Скан билетов, досмотр. И все. И мы внутри. До встречи.